Здравствуйте! Вы смотрите программу «Навигатор новости». Давайте вместе узнаем, как провести время весело и с пользой. Многоборье в спортивной гимнастике – это соревнование сразу в нескольких дисциплинах. Подробности в нашем сюжете. Мы на первенстве Москвы по спортивной гимнастике. Сегодня финал по многоборью. У нас было 4 снаряда. Брусья, прыжок, бревно и вольное. Я очень люблю вольные упражнения. Мой любимый элемент – рандацляк сальто. В вольных упражнениях я люблю делать сальто вперед. Я очень люблю упражнения на брусьях. Они мне даются легче всего. Я на них кручусь, как будто взлетаю. Мне кажется, что самый сложный снаряд – это бревно. Очень сложно держать равновесие, потому что снаряд очень узкий. Опорный прыжок, мне кажется, довольно легким упражнением. Там надо хорошо разбежаться и сильно толкнуться. И тогда прыжок получится правильным. Я занимаюсь спортивной гимнастикой каждый день, кроме воскресенья, чтобы добиться классных результатов и быть молодцом. Сегодня мы подтверждали 3-й взрослый разряд. И с каждым разрядом упражнения становятся все сложнее. Я очень рада, что сегодня заняла 1-е место. Но это лишь начало, впереди еще много побед.